Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня мы на сайте EasyDrop. И это сайт, как так иначе врать в клетку, мне нужны скины. И вот решили мы зайти в скины и покрутить скины. Пополняю на 500 рублей. Кстати, у меня тут есть рефералочка. Можете тоже заходить и узнать мою рефералочку, которую я вам скину в описании. Даю 30% бонуса. Ну еще начнем. Итак. Мортис? Это где Мортис, ты видишь? Это вон АВП, да. Это? Она недорогая, на самом деле, да. Да я думаю, у него пойдет гроза. Либо осадок. Так нехуй вообще, вот это изи-дроп, он ну, грозу насыпает просто по КД, бля. Я не просто падает... Осадок. Ну вот он, ну, почему да, он... не рентген, почему не заговор, да? 6 рублей, понимаю. По факту. Так, ладно, заходим туда, получается. Ну, допустим. Я вот так делал. Отрываем 5 штук. Я потратил 195 рублей, правильно? Угу. Правильно. И у меня падает... Гроза. Вообще ни хера, ничего. Но а, стойте. Не а, нет, его упал. А, у меня вот, да, упало. Чё это? Есть, да, вот а, муха, это, за 3, муха за, да. За, это продаем, продаем. Она тебя продаем, одна купила. Это продаем. Пробуем еще. Ну, кстати, да, вот, она меня купила. Так, пробуем так, еще раз. Если по 5 это чересчур, я делаю много, ну ладно. Вообще ничего. А, нет, хамелеон упал. Хамелеон, да, сыпал. Хамелеон, да, 200 опять. Так, вот это вот если хочу оставить, вот когда будет у меня одна. За 5 за рублей. За 5, а вот за 14 я оставлю, хорошо. Ну, я хочу по скину себе поставить маленько. Да ты же сам по пяткой не играешь толку. Ну все равно пускай будет типа для скина. Правильно мне отдашь под. Пробуй так еще, допустим. Давай тут, не знаю, один кейс, как будет действовать. Не, кейс один, ну там, типа рандом вообще. Ну, да, валентность. Валентность. 20 рублей. Получил. Ну да, там что-то около 12. Ну давай еще. Попробуем что-нибудь еще выбить. Во, давай еще 200 рублей мне давай. Эй, 80. Ну та статариковская была, скорее всего. Ну все же, мы два раза выкуп. Не, ну говоря. Конечно, да, тут я согласен. Это хорошо. И тут... Эй. Че-то вообще ничего, да? Заказывал за ров. Блин, она красивая, скин такой, знаешь, красивый такой. Ну почему дешевый такой? Ну... Потому что с МП5-кой никто не играет. О, дай 200 рублей, пожалуйста. 46. На 200 рублей, ну тоже неплохо. Ну, ты тоже в окопе, да. Но я такой не хочу глоб. Он мне не нравится. Ну я себе юспик взял бы какой-нибудь. Страж неплохой. Давай, дальше, 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 есть скелет. А, нет. Ну, кстати, я вот его оставлю еще. Валентно. Ну, так, скай будет. Грубо говоря. Есть? Ну, тоже неплохо, кстати. Так, пробуем еще. Тан-тан-тан-тан. Радиаточка крутится. И мне грот падает. А, все, видите, упало бы это. Это патина гребана. Ага, размечтался. Это я бы, нафиг, был бы в шоке, конечно. Но хоть раз у меня упадет какой-нибудь нормальный этот... Ты да чё, давай сразу у Габена там да ножками выколдовывай. Да ты что делать? Так. Ну сейчас я отойду. И что нам падает? Нам падает... фигня, да? Ну да. 169 потратил. 46 вообще. Обратил 195, минус 30-очка. И пробуем еще. И да вообще, ну фамос и это. Кстати. 65. Фамос. Это мы оставим. Это продаем. Продаем. Отдаем.
А это... А, это подаем, помощь не нужно. Это мы оставляем. Попробовать еще. Давайте 3 штуки попробуем. Что у нас падает на 3 штучки? Эх. Я прямо вообще смотри. Не, по 3 штуки это не очень. Если упала бы та, это было вообще идеально. И 145. А что так мало супить-то? Ты мне давай не вставай. Ты мне давай. И нам падает. Ну, в принципе, я другого и не ожидал. 98. Да. Давай по одному. Да дети ты, картель. Гроза, да? Да. Конечно, кейсик сливает. Он все пролетает. Ничего не дает. Дай мне сейчас тысяч рублей за 700. И лети дальше. Угу. Да, у меня. Ну, конечно. Что же он может дать, кроме такой вот за 9 рублей? Да. Ну, кстати, на 39 рублей я в окупе, получается. Доступно для продажи. Что у меня здесь? Блок, миллион. А что у меня это тут делает? Кстати, мне нужно было только это. Это мы продаем. Блок оставляем. Это оставим, ладно. Это расставим. Это нам не надо вообще. И дигл нам не нужен. Вот эти оружия я себе оставлю. На всякий. И пробуем 5 штучек. Ну давай, купи меня. А, купи меня. Гроза, гроза. О. Хорошо, упал. Так, это мы продаем, продаем. Продаем. Это мы продаем. Так это мы оставим. И открыть. И что мы упадет? Блин, я думаю, красно упало. А нам ничего не упало, да? За 70 рублей. Ну такое себе, конечно. Так. 4, 3, 2, да, получается. Открываем 2 штучки. Кстати, что? Ну, прикольный скин, кстати. А давайте как раз хватает еще на один. Открываем. И мы в минусе, да, вроде бы как получается. Это вообще ничего не стоит. 32 рубля. Внимание, доступно для продажи. Так. Итого у нас получается продать все. Да, мы в минусе на 40 рублей, да? Да. Так. И что мы делаем? Что мы делаем дальше? Задаем глок.
Ладно, подаем все. Идем. Кейс. 10 штук сразу. Бам. 390 рублей, да, если я не ошибаюсь. И нам падает. Ничего не падает, да? На 328. В итоге мы Фамас выбили. Ну, такое себе, честно говоря. На 390, на 70 рублей минус. Что-то вообще ни о чем. Ну да. Вообще, смотри, все. А, ого, кстати. А, вот упал хамелеон. Но все равно мы в минусе. Опять, но по 70 рублей, насколько он забирает у нас. Что за бред? 42 рубля. 300 рублей. Просто бред. Вот он и слил наши денежки. Просто. Ну, хамелеон дал. Продать. Все равно мы в минусе. На 300. Нам еще нужно, чтобы упало. Вот тот бэклог за глазки упал бы у меня. Но мне... Ну, кстати. 358. А этот упал не очень, да? Да. Продать. 546. Все равно мы в минусе. Пробуем еще. Ну да, мне что-нибудь интересное. Хамелеон и Глок. 340, Глок 13, Хамелеон 300. Почему Глок дает хороший? Продать все. Так, ну мы и вернулись, мы говорим. Это вот уже что-то получше. Да. Так, это мы оставим. Вот это мы продадим. И это, ну, это мусорски мне больше нравится. Вот это продадим мы. И вот этот продадим. Попробуем еще. Открыть. И глазки. О, а нет. Я прям думал то, что упадет, и там жесть. Ну вот они и сливы. Да-да. Минус 100 рублей. Ну, лента не меняется, то есть я ничего не выиграл. Ну, в принципе, ничего удивительного. 22 рубля. Понимаю. Сейчас сливает, да, видимо? Да, она меня сливает. Да ты чё? Просто смотрите. Ну и последняя дала фигню какую-то. Понимаю. Ну, 200 рублей. Ну и чё я тут 200 рублей сделаю? Вот так откроем. У меня сейчас выпадет один ширп. Ну, в принципе, как я и говорил. На 19 рублей, офигеть. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну да, и мне 246.
Давай. Сколько? 781. О, идеально. Ух, вернула мой балик. Вернула, слава богу. Я прям уж думал, она меня сольет. Ну, в принципе, ничего другого я не ожидал продать. Итого, у нас 781. Но мы же продаем, конечно, все. Да. 90 рублей в окупе. Из кейсов, погнали. Кстати, тоже неплохо так-то упало. Так, это мы продаем. И это продаем. Это мы оставляем, да? Да. Пробуем еще. Так, ну лента что-то... Мой ник даже не показывает. Ну там и показывает, а нечего. Серховая только. То толку от нее. Продаем. Пробуем еще. Блин, куда что-то у меня упадет здесь нормально вот так. Ну, такое себе. Вообще ни о чем. Давай мне еще какую-нибудь хотя бы за такой косаря полтаря. Тысячи полторы, точнее. Ну, король, нет. Это жесть. Вы видели? Почти король упал. Я так понял, бог червей, валентность, ну, такое себе. Хотя, кстати, вот 340. Бог червей, да, да, бог червей, да, упал. Продать. Давай мне еще 700. Это меня упал? Нет, не мне. А, гроза, вот этот, экзоскелет. Сколько стоит экзоскелет? 200, да? Но у меня есть, так что мы продаем. Еще раз. Ну, еще, короче, две ходки. За скелет. Вот глоки нормально будет стоить, интересно. Это что за бред? Почему глоки так мало стоят? Где их нет по 200 тысяч? Ой, 200 тысяч. Размечтался. По 200 рублей. Вот, давай. Ну, глок. Да, удай нормальный глок мне. Я в шоке. 17 рублей. Ты меня будешь нормально давать глок? Сказал, иди ты куда подальше, Рома. 38. Ты чё, дядь? Гроза. Вот, да, и здесь нормально. 66. Что ты такое? Я не знаю, как этот делать кейс, короче. Максимально, что он давал мне, это... Ну вот, сейчас что-то можно ждать, да? 170. Хотя он должен будет 200, и это 200 стоить. Опять не хватает. Ладно, че... Ой, тихо. Доступно для продажи, продать все. За сколько? За 200. Итого у меня получается 400. Минус на 300. На 300, да, на 300 рублей. Понимаем? Весело. Экзоскелет, сколько? 500, ну вот это уже нормально. Так, и пробовать еще один раз. И здесь Сонкунск, угу. Размечтался, говорят мне, за 100. 100 мне не надо,
Так, заходим, доступно для продажи. Продаем все. Итого 600. Опять же, мы в минусе. Открываем дальше. Точнее, едем дальше. Едем. И, ну, тут глок. Блин, ну, самое, если глок нормально будет. На глока нормального не будет, как обычно. Почему они по 200 рублей давали мне раньше? Почему сейчас так мало? Ну, хамелеон. О, вообще хорошо. 300 рублей. Продаем. Так, вот, я свой балик вернул. Поехали дальше. Я думаю, ролик короткий будет, а в итоге что-то получается, ну, кроме этого гейса. 62. Понимаю. Поехали дальше. О, каратель, да ладно. Сколько ты стоишь? Вот это я себе точно не буду валить, я себе его заберу. Продать это все. Оставляем. Вообще идеально. Все, я доволен. Я доволен. То есть, я себе хотел вывести то, что именно хотел. Леварьер, он мало стоит, да? Здесь 50, 50 и... Ну, такое себе. Честно говоря, такое себе. Но мы не вращаемся, мы едем дальше. И у нас падает. Давай, неоновый. 90, вообще ни о чем. Открываем дальше. Я так понял, она больше не даст, пока у меня калаш висит. Перчи, путевей. Ну, что, нет. 79, да ладно. А что-то... А чё так мало? Я думаю, там нормально будет. Странно. А почему так мало? Ну и вот и все, в принципе, да? Ну да. Ну, кстати, 117, а я открывал за сколько? За 117 тоже. Ну да, в нуле. Понимаю. Да давай мне еще раз один кейсик какой-нибудь нормальный. Нормально, дай кейс. Сколько? 128. Ну, что-то, чуть-чуть. Но дает. А вот теперь слива. Понимаю. Да, такого я не ожидал. Ну, докатись. Вообще не хочет давать. То есть, кроме... Пока у меня, короче, класс висит, она не будет давать, я так понял. И P90, а даже не P90. Жесть. За 500. А что нам делать? Нам делать нечего. Мы едем дальше. Так, я думал, хотя бы у меня калашик там еще пару нормально скинул будет. А у меня вообще ничего. Кроме калашика. Так, это маловато. Не зря. Вот это поворот! Не зря. Офигеть. Продаем. Это все мы оставляем. Пробуем еще. Вот это я не зря продал. Так, ну тут вообще ничего, да? За 70, понимаю. И еще разочек. Ну дай сейчас нормальные кинскины. Какие-нибудь нормальные. Ну, не такие же, дядь. Чем такие? Два. Ну,
принципе, что ты ожидал, да, еще Рома? Ты больше ничего и не достоин. Вот тебе ешь калашек, вот с ними сиди. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Ну, блин, у нас есть калашек. Ой, тихо, отмена. У нас есть вот такие вот, получается, скины. Блин, на самом деле, блин, я не знаю прям. Как мне это, можно как-то его... кейс. Так, иди этот калашек. Вот он, да? Да, сколько он стоит на этом? 1000, 1900. 3100. Ну да. После полевых у меня получается. Ну, ради одного калашика такое себе. Я бы, честно говоря, продал бы. Он красивый, не спорю, да. Но мы едем дальше. Как говорится, жить так жить по полной. Ну, такое себе. Так. Открыть. Мне надо было продать, конечно, вот это, пока у меня это, она ничего не даст мне, да? Да. Продать все. Туда заходим. Продать все. Уже 1100 минут. Только 100. Да, 100 минус. Открываем 5 кейсов. Но я доволен, в принципе. Что я выбил, я доволен. 151. Продаем. Нам такое не нужно. Открываем 5 кейсечков. И нам падает, ничего не падает, да? Ну да. Ничего не падает. Вот где она сливает меня все. Это и плохо очень, конечно. Ну да, все. Она не дает мне 100 рублей, что это? Давайте попробуем 10 кейсов. 390 потратили. Получим сколько? Вообще ни о чем, да? 340 получили. Фамос, экзоскелет. Так, ну, давайте попробуем еще разочек. Так. Чисто оставим себе скинами все. Я думаю, нормально будет. Бог червей, нет. Вообще ничего, смотри. 110. Ты чё, угораешь, дядь? Ну просто мне с 300 дал пополам. Вообще, смотри, не дает. 193. Даем. А чё так? То что у меня в инвентаре там, блин, там мало очень. Вообще ничего. Я в шоке, просто в шоке. Ну, хоть что-то. Более-менее. Да, а, даже меньше, да? Понимаю. Ну, даже меньше, да, чем это я выкупил. У меня вообще ничего не упало, видите, по ленте. Ну так очистят. Вот. Почему их по 200 рублей нету? Там же есть по 200, я знаю. 126. Вот почему-то мне кажется, то, что у меня в инвентаре осталось оружие, из-за этого он мне не дает. Вот. Что это? Вот что это такое? 20 рублей? Ну 277, неужели он дал за 200? Блин, я не знаю. Кто там у меня еще в дверь есть? Продать все, сколько? На 300.
продаем. 630. Вот из-за этого, мне кажется, он не дает мне просто, у меня есть что-то там. Отрываем. Просто у меня... А было 1200, не забываю. 200, 200, 78. А они по 200 стоят. Эти задержки. Четыреста. Чем у него упало? Ну вот они, видите, говорю, они стоят по 200, даже больше. Почему? Он тот раз две штучки не дал мне по 300. Понимаю. Понимаю. 179. Минус. Дальше поехали. Минус. О, не, кстати, пустынная. Это очень хорошая, да? Да. Ну, конечно, не столь хорошая, как было раньше, но тоже пойдет, кстати. Сэмочка и рай такой. Не, калашик, еще калашик у меня был упасть такой вот. Такой у меня был. Минус. Минус. Открываем дальше. Ну. Так, это... Стой, ну без... Продаем. Дальше открываем, едем дальше. Почему у тебя в ленте не появляюсь? Потому что мне падают всякие дробаши. Ну, фламус попал. Опять же, это что-то... 100 рублей он стоит. Просто из-за него, блин. Дядь, ну дайте нормальный скин еще. Вот есть эмочка, мне бы еще калашек, ВП-шку бы, и все. Ну, вот АВП дал. А это хватит тебе, да? Ну да. АВП есть, вот тебе и хватит. Ладно, все, попробуем. А, нам даже не хватает червонца. Так, а что у нас? А, не хватает, что я торможу. 35, открываем. Даже зря продавал, наверное. И что? Вообще ничего. Просто жесть. Продать. Едем дальше. 5 штук. Думаю, последние прокруты. Потому что больше ничего не будет давать. Ну да. Просто жесть. Отрываем. И последнее. Гроза. Ну я только ее и ждал, конечно. Продать все. Продать все. В итоге 600. На сотку минусе мы. Доступно для продажи. Что мы выбили, в принципе. Ну такой себе, честно говоря. Или едем дальше. Если нам попробовать зайти в апгрейд, вот эту эмочку,
по стоимости 400 мы обменяем на 600. Блин, ну это опасная тема. Мне кажется, не повезет сейчас. Эй, пофигу, поехали. Ууу, да. Думаю, будем заканчивать. Последний. Получается, у меня тут, кажется, шумы лишние появились. Идем в сражение. Последний кейс. Серподрез. Заходим чисто по фану. И что падает нам? Даже тут мы проиграли. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, смотрим, правильно ли я сделал неправильно то, что я подал калашик. Но вместо одного калашика, говорится, я взял себе вот что. Если это стоимость на 700, да, я в минусе, не спорю, но опять же, не знаю, можно было удачи, конечно, крутить, но я думаю, рисковать не стоит. Ну, всем удачи.